Давай, я тут закидываю, попробую там их исправлять. Давай. Есть, блядь. Я пытаюсь тут по одинаковому кругу я. Да я понял, у меня просто из-за того, что я когда ну, приближаюсь к тебе, у меня скорость чуть выше, из-за этого я тебя практически догоняю. По-моему, охуенно. Не, если бы мне не приходилось контролить угол чуть-чуть, можно было бы на R-камере вообще видос красивый заснять. Бля, это самый ленивый дрифт вообще, который я видел в играх. Жатрилява. Ничего не делал. Теперь ты понимаешь, как легко ачивку с дрифтом выполнить, по идее, имея правильную машину? Это лучший автомобиль для дрифта. Просто... 4. Я руку поменял, я сейчас правую руку уже, потому что у меня пальцы устали. Я пытаюсь опять тебе прийти. Во. 5 лямов. У меня что-то угол поменялся. Да. Зацеп поменялся. 5 лямов дрифта. Когда я не вижу граду. Какой охуенный кадр, блядь. Ебучий насос. А у тебя Камтазия не может GTA писать? Может, иди. Может, я попробую через Камтазию записать? Просто я говорю, мне неудобно из-за того, что мне надо рулить постоянно. Из-за этого, когда мне не видно, я не могу писать. 3 ляма. Ну давай. Запись. Что у меня... А, я заглушил машину. У меня что-то сломалось. Мотор крякнул. Я засал и затормозил. Мне из-за того, что... Из-за того, что я иду по эллипсу, мне не получается с тобой прям дико фармить. Блин, ну у меня мощности больше. Давайте каждый тут свою крутить линию. Гнуть свою линию? Ну, Бэха не тянет. Она по сухому асфальту не хочет крутиться. У неё писали, блядь. А? Она сейчас крутится. Её хуйню записали. Не, ну пару раз у нас там красиво получилось. Вот я выключил запись, смотришь, что у них, блядь, происходит. Включай! Все, уже не включай, уже закончилось. Блин, прикольно было. Это было офигенно. Мы просто, блядь, бок о бок шли. Интересно. Ай, где это? А тут... А, нет, тут есть такое. У меня шапка отвалилась, блядь. Во. Что сказать? Ты его не держишь. Что ты его уронил? А теперь... А, я здесь снять не могу. А, не, могу. Подожди. Не по-нормальному. О, во. Блять. Вот вы там вложились. А до этого у тебя не было анимации. Был хилепленный Саша. Опять на ручках.
Пикни А я могу? Ты можешь? Сейчас, подожди, я могу какую-нибудь анимацию еще? Есть нюанс. Определенный нюанс. Я так и понял, что тебе раз. Ты посмотри, как его раскачивает. Упал. Это же как на серфе. Ты там под машиной что-то химонтируешь? Да, посмотри ему колесо давай. Ну, капец, ты не рулишься, кстати. Чё первого, блядь? Да, я могу вот так делать. У вас что-нибудь происходит? Да. Ну чё, ты, кстати, сквозь нас проехал. Только я что-то отвалился. Там КД долгий. Ты во мне ползёшь. А, всё заебут. Да, у нас всё отлично. Я сейчас, блядь, 4 кнопки нажимаю, чтоб это делать. Блядь, мы уже до другого конца парковки доехали. Типа упал. Это забавно. Я пытаюсь анимацию. Вот это я хотел. Сань, чекай. У тебя ноги провернулись, блядь. Смотри, вот так вот. Оп. Смотри, вот так вот. Оп. Оп. Смотри, о! Куда, куда, куда собрал? Ёпка! Тебе хорошо, блядь! А если вообще вот так? Нет, какая херня, я так не хочу, что... Жалко. Это то, что там туловище приклеенное, блядь. Вот так, вот так. А как ты заднюю включаешь? Легко. Ты посмотри назад, поехал, блядь. Знаешь, чем вообще прикол? Он еще и в воздухе может повиснуть, блядь. Смотри, ты так вот берешь, так вот, хоп. Здравствуй. Уже было повиснуло, да? Че здесь вперед? Проедь. Где, блядь? О, я свалился. Ой. Вот проедь, проедьте, короче, вперед. А ты видишь, что со мной? Смотри. Тому ничего сейчас. Не, вот так, смотри. Он просто не тормозит. Ебать, дядьки, 160 градусов.